Доброе утро, друзья! С вами Ирина Подрядова и рубрика «Грамотность массы». Как правильно пишутся жаргонизмы? Нафиг, дофига и нифига. Если сомневаетесь в ответе, смотрите рубрику до конца. Сниженной лексики не место в деловых беседах или официальной переписке. В устных разговорах или чатах подобные жаргонизмы проскакивают. И мы должны знать, как они правильно пишутся. Наречные сочетания, образованные с помощью существительного и предлога, как правило, пишутся раздельно. Это же касается слов «нафиг», «дофига», «пофигу» и «нифига». Все они пишутся раздельно. Убедиться в этом поможет русский орфографический словарь под редакцией Лопатина. На этом у меня все. Если информация оказалась полезной, поделитесь с друзьями. А я жду ваших вопросов на почту. До встречи утром!